Друзья, всем привет! С вами Елена из Нефтеюганска. Сегодня у нас 18 февраля. В общем, у нас метель, пурга. Как бы вьюга не разыгралась. В общем, по новостям передавали вчера, позавчера, откуда-то там циклон идет. В общем, он до нас уже дошел. Косой такой снег. В глаза везде летит. Так-то тепло, мороза нет. Но ветер метет со снегом. Это вот, знаете, как в той присказке, как объяснить южанам, что когда на севере идет снег, то это тепло. Вот у нас тепло. Настолько все замело. Видите лавочки? В общем, от лавочек остались только верхушки спинок видны. Там даже вообще не хожено, не чищено. Как в песне звенит январская вьюга, а у нас февральская вьюга. Сейчас как завьюжит. Там дальше вообще все как в тумане. Погодка супер. У природы нет плохой погоды. Камеру всю залепляет. Планета вдаль, сквозь суматоху дней. Нелегко, нелегко полюбить на ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. В любви еще одна задача сложная. Найдешь, а вдруг она ложная, ложная. Найдешь обманную, но в суматохе дней нелегко, нелегко. Вот такие у нас еще деревяшки стоят. Живее всех живых. Часть тут уже снесли, конечно. Вон дом новый построили на углу. Так, мимо Оранж-Молла сейчас пройдем. Люди уворачиваются от ветра, от снега. Метет лицо. Я сейчас хоть повернулась лицом к ветру, спиной к ветру. А то вообще прям идти невозможно было. Глаз не открыть. Вон, вот им в лицо дует, они закрываются. Девчонки тут руки, руками лицо прикрывают. Снежок скрипит, слышно вам? Под ногами миллионы снежинок. Это ж их должно быть так много-много ломаться, чтобы такой хруст давать. Не хватит сил сказать прости, у гордости в плену не оправдать. Не отпустить ни шанса никому. Застыло время, в сердце лед, усталые глаза. И на подушку капает
за окном метет февраль, падает с неба белой ватой, в небе горит луны медаль, тянется к дому желтой лапой, а за окном метет февраль, падает с неба белой ватой, в небе горит луны медаль, тянется к дому желтой лапой. И чья вина, и чем помочь, как повернуть назад? И где то слово, тот пророк, что сдвинет полюса? А может быть, всему свой срок, и некого винить. Он где-то дальше свяжет нашу нить. А за окном метет февраль, падает с неба белой водой. Ну вот, вот такая у нас чудная погодка сегодня. Работы опять. Еще не все после последнего снегопада вычистили в микрорайонах, во дворах. И опять новый циклон.